По итогам пресс-конференции президента России получены ответы на главные вопросы. Об этом заявил губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Особое внимание глава региона обратил на ответ Владимира Путина на вопрос о возможном объединении так называемых матрешечных регионов. Вопрос возможного объединения двух соседствующих регионов Ненецкого округа и Архангельской области уже не первый год будоражит сознание северян, и для нас он, безусловно, является важным. Считаю, что глава государства дал на этот счет исчерпывающий ответ. Только люди, проживающие в этих регионах, могут принять такое решение. Принудительного объединения не будет. Таким образом, мы можем сегодня поставить точку в этой затянувшейся дискуссии и спокойно продолжать работать в условиях заключенного в этом году договора о перераспределении полномочий между округом и Архангельской областью. Кроме того, Игорь Кошин, комментируя заявление президента относительно сложившейся экономической ситуации в России, отметил, что президент представил четкое понимание пути выхода из сложившейся сложной экономической ситуации, диверсификации экономики, либерализации взаимоотношений с бизнесом. «Мы осознаем собственную ответственность за минимизацию неблагоприятных экономических тенденций конкретно в нашем регионе. И при утверждении бюджета на следующий год учли действенные рычаги влияния на ситуацию».